Всем привет, девчонки и мальчишки. Катя кашеварит. Накрошила палочек крабовых, кукурузу. Там картошечка варится. Яйца на салат. А я булку с огурцами поела. Отстань! Сейчас у нас сдача, огурец, да? А ты что, пол огурца съела? Да. Сейчас кукуруза навернёт. Ну и все, я опять сидя. Выключу свет. Варвара уже не кашляет? Только у меня кашель остался. Чуть-чуть, утром остаточный выходит. Зубнучи, блин! Сидит на окне. Да хоть его в окно пусть валит. Так хочет на улице ребенок, прямо все. Так ребенок на улицу хочет, ты мой маленький мальчишечка. А, расцарапал себе весь глаз. Придурочный. Ты его открыть пытаешься, да? Так его там нету уже, все. Мама, а полпути. Это все попла. Почему сладкий гулять хоть? Сидит, кричит, кричит, потом начинает это окно рвать. Все, девочки, ужин готов. Салатик, все кулютер, на салфеточке, вилочке. Да. Хлебушек. И мало времени у меня ушло. Мало времени у тебя ушло. И кастрюлю мне подожгла. Так, сейчас будем. Ой, какая красота. Килечка. Я хочу и Васи. Надо килька. Кильку поем, да, на рыба, на и вафлики рыба. Мне больше нравится, конечно, и Васи, чем обыкновенная сельдь. Все, всем приятного аппетита, нам тоже. Катя в город ездила, поменялись тарифы на электроэнергию. Она ездила регистрировать радиаторы, титан, что печку. Это есть у нас. Игрушки собирай. Плита электрическая. А тут что-то говорят, поменялись так тарифы, что не будет 15 тысяч в месяц. Ну, не важно, Катя. Ну и зашла, покупочки сделала. Это 1+1. Одну берешь, одна бесплатно. Что не красится-то? Чупа-чупсы. Да. Это зубные пасты, да? Это все Озон. Это Озон пошел. Две зубные пасты. Ну это все с распродажи или нет? Нет. Ну а сахар по распродаже. Сколько килограмм? 40. Ну как и в прошлый раз. И вот столько спагетти. Это не я одна так набирала. Много кто с 4 аккаунтов так грибли. По 9 рублей они, да? Да. Пакете по 9 рублей, ну что? Поломал, вот тебе вермишелька. Так тут из 5 аккаунтов умудрялся брать. Еще сахар. Теперь надолго нам хватит. Ну это мы уже чисто не по распродаже покупали. Шпроты через банки. Короче, сахара 5 килограмм. Ну, отзывы были хорошие. За родину. Это мы чисто на праздник. Мама, вот. Ну, вот, ну, так. Это твоя паста. Это Варваре паста. На. Это моя паста. Это твоя паста. Твоя паста. И вот такой вот. Ну, открой его. А там что, колготы? Там, короче, такие не цветные. И еще. Да, покажи, сейчас придет Саня. И еще в подарок. Шоколад. Ну, господи. Кота сегодня отпускали. Пришел чумной, потому что ну, невозможно уже было его слушать, как он орет. Корея. Корейская. Там еще едут. Еще едут. Еще она много чего заказала. Сказала, надо прекращать. Конечно, ну, открой ты его уже мне. Надо прекращать. Кувшинчик взяли. У нас есть пластиковый? Какой прикольный. Ну, его одного мало. Взяли. За сколько он? 144. 144, да. Это, да, ванну неси. Ну, такой, с крышечкой симпатичный.
Тяжелый такой, толстый прям. Но сделан как из-под топора. Не изящный. Это валбрис. А это что? А, это чехол платье нести. Он, наверное, огромный, Катя. Не, я выбирала по маленький. Сейчас открою. На детский размер вообще. Размер 40 на 50, что ли? Нет. Вот он, 60 на 100. А, 60 на метр. Я его даже не открываю. Это платье понесет это. Молодец. Короче, чехол для платья на этот, на утренник пойдет. 23 числа у них. В 11 часов будет новогодний утренник. О, огромный какой. А что такое? Это что? Пихера, а это что такое? Два их там. Ну нет, платье-то как раз длинное. И что, просто и не висело ничего. А я же еще там легла, прилегла с ней, и у нее на подушечке лежат бусики. Еще бусики можно одеть. Короче, два чехла. Да платьишко. И колготочки тоже на елку. Ой, колготки, наверное, огромные. Чуть-чуть. Большого. Ну не понесу же я его так. И колготочки. Главное, сандалики не забудь взять. Будет у нас королевишня. У нее еще есть корона и волшебная палочка. Все. Ну, я не знаю, мне кажется, снять этот бант. Отвали. Вот не хочет она его девочке снимать, или что? Господи. Обязательно надо стыкнуть. Так, еще не все. Я же не угомонилась, а мне платье не хватает чего-то. Стекло. А это что за стекло? Это эти стразы. Ну, они это нормально переливаются. Это по отдельности или ленточкой? Можно по отдельности, можно и лентой. То есть они вот переливаются. И куда ты их лепить собралась? Я найду куда. Мама, долго. Долго? Сейчас я открою. Вообще их в подарок покупала. Я их 4 взяла. Так что вот такие опять покупки. И надо прекращать. А, ой, еще. Чебупели. Такая фигня берет зачем-то. Но эти вот нормальные наггетсы. А вот это вообще мне не надо. Ну, не знаю, мы не едим это детям. Я далеко хочу. Ну, конечно, ты это всегда вот хочешь. Такие покупочки. Принцесса у нас сегодня в садик не ходила, там воду отключили. Они уже собрали, хвостики навязали. Пришла эта мышка. Господи! Вот такой чупа-чупсик. Покажи. Смотри, чупа-чупсик какая! Мама, а их только трех штук. Кот, ну, прошлась. Игрушки в разные стороны. Зачем ты орешь? Да не кричи так. Ты погулял? Ты погулял, а и пришел какой-то чумной. Мам, для молока он нормально. А? Вот ты посмотри, какая она стырная. Слышь? Ну. Пришел, лижется что-то. Я его давай давить, он что-то мычит. Но он недолго гулял. Пришел, морда сковородкой, нафиг, надутый весь. Так что у нас теперь макаронных изделий, теперь только ломай и ломай. Еще не все. Спагетти, потому что мегамаг... не едят, а вермишелькой делаю. Вермишелькой ломаем и лук туда жарим на сливочном масле. Получается вкусно. А что не взять по 9 рублей? Ты знаешь, сколько их набирали? А еще Даньке футболку взяла. По 99. Но она еще не приехала же. Нет, она после Нового года только была. Я белую взяла. Ой, елочкой прям, девочки, не налюбуюсь. Такая красивая стоит. Столько мусора.
все, чайники в коробочке, кувшинчик туда же. Ставить нам, потому что некуда. Надоело. Ну, шпроты одну на Новый год открою. Одну сейчас. Блин, хлеба не взяла. Так а там есть же хлеб. Ну, девочки, за родину называют. Давай откроем, посмотрим. Давай. Одну можно съесть. Одна на Новый год, одна. Что подали? 400 с лишним отдали за шпроты. Ну, какие красивенькие. Ой, голова у меня. Голова. Сейчас Катя руки помоет. Да что я буду вилкой выделываться? Уже прям рот там уже. Ну что, как на вкус? Вкусные. Ну-ка, дай их. Я хоть не их не понимаю их, но попробовать. Даньки берем и за Даньки в основном. Мам, бери. Варьки я чуть. Чебупели. Холодные еще? Какие-то они странные на вкус, или я так чувствую? Нормально они, как обычные. Да? Да. Ну, значит, я нифига не чувствую. Ну такие. Ой, спина. Ну как? Ну, нормальные. Спина болит. Сколько пачек получилось? Много, Катя. Ну 10 точно. Больше. Их по 2 штуки давали. Ну-ка, колготочки натяни на руку. Еще на следующий год ей будут как раз. Ну такие в цветочек. Розочки. Потому что 98. Ну, следок ей, наверное, точно большой. Ну, потому что 98 следок как раз, а сами они маленькие. Ну, все, можно бутерброды делать. Ой, у меня спина болит. Где-то лазила, целый день лазила. А еще говорит, ой, езжай в Новосибирск, без тебя отправлюсь. А что я весь день лазила? Ну, я пока... Во сколько уехала и приехала уже ночь на дворе. А что я не увидела, пачка открытая. Ага, макаронину одну вытащили. Замешиваю фарш, тефтели у меня будут. У меня фарш был уже тут готового маленько с этим, с луком, с рисом. И я еще добавила фарша простого, чеснока сухого, хмели сунели, соль, перец, рису еще добавила. И буду заливать вот такой вот подливой домашней. Я уже развела баночки. Духовка у меня уже включена. Варварочка. Ну, можешь мой, какая она визглявая. Сейчас заготовочки накидаю. И потом буду делать. Иди в туалет сходи. Зачем? У нас девочки кот сходил сегодня, погулял, видимо, успокоился, все. Не орет, не просится уже на улицу. Видать, опять моську набили ему. А он сколько гулял, чтобы успеть? Ну, я не знаю, минут 40, может. Ходит все на свою лохматую задницу, приключения находит. Она, девочки, она не кричит, она так разговаривает, понимаете? Вот такой у нее голос визглявый. Она может нормально говорить, но очень редко. Все вот так вот визжит. А у меня от этого голова болит. А я опять ночью не спала, прилегла к вечеру. А она бегает, кричит, или я думаю, мне потом приснилось, или что? Мука. А что она говорила? Ну. Ты, горлопанка. Она не кричит, она просто так разговаривает. Везде.
ничего мы с этим сделать не можем. Да, я. Какой у нее голосок. Давай, Варочка. Садик сегодня не пошла, воду там отключили. Сенька у нас все на больничном. Чем болеет, не пойму. А, Катя? Сопли, горло. Вроде все нормально. В больницу пошли, аж отправили опять на больничный. Ой, маленькая последняя получилась. Все, сейчас заливаю вот этой подливой. Мне нравится. Фольгой ничем закрывать не буду. Ну, сметана, сахар, как на торт рыжик. Я не знаю, полстакана, наверное, сахара мало будет. И попробуем просто прослоить этим. Только без кофе, Катя. А как ты без... Да ну, она мокнет. Мама, она не успеет пропитаться. А ты не надо его успеть, завтра поедим. Разница. Ну, как торт рыжик делают? Никто же кофе не делает. Мам, ну там мягкий живот. Нет. А что, прям сухариками, что ли? Ну, они вот такие тонюсенькие выпекают. Ну, а тут вот такие вот. У него, блин, не пропитается у тебя. Пропитается. Еще можно делает? Полстакана. Что хочешь, я пошла. Кать. Надо уже. А я для чего высыпала бы? Не знаю. Я тебя попросила, а ты я вообще... Я пошла наливать, а ты вообще ушла. Я что должна была сообщить? Я пошла. Ну дай эту форму и печенье. Варвара, как ты, мол, устала я от твоего писка. Как торт рыжик пропитывается, так и это пропитается. Попробовать надо. Мне не понравилось, потому что со сливками. Вась! Ну вот сидели там спокойно, сидели. Занимались своими делами. Да. А ты тут отвлекла нас, а теперь не пищи, не пищи. Попробую так сделать. Сегодня, конечно, есть, поесть не получится. Только завтра. Вась! Это что такое? Это она никак не может так спокойно. У меня там тетельки уже сготовились. Вась! Это вообще невозможно, она не может нормально разговаривать. Посмотрим, попробую. Потому что девочки сливки покупать дорого, а что-то заварной крем мне не очень нравится. Но все равно потом как-нибудь попробую. Сметана, девочки, только на два ряда хватило. Ну все, сейчас отправлю на до утра пустырит. Еще бы сметаны, конечно. Ты бы сказала, тебе много надо. Я думала, ты две купишь. Слушай, я откуда знаю, для чего две? Оно плавает печенье в этом. Еще бы рядочек. Посмотрим, что до завтра, что получится.
Они всплывают, зараза. Всплывают. Какой бы груз положить, а то это... Хочешь сказать, она застынет это? Оно питается все, должно питаться. Получится печенье просто. Ну, посмотрим. Короче, девочки, печенье всплывает. Пленки нет. Решила так пакетиком накрою сейчас. И чем-то надо придавить. Иначе оно так не пропитается нифига. А что-то надо сюда положить, Катя. А что я сюда положу? С тептелями не знаю, что у меня произошло. Они все разлохматились. Что-то странное. Надо было муки добавить. Ну, что-то надо это... Ну, прямоугольно. Печенюшки эти давай упаковку. Сверху и в холодильник до завтра. Риса, наверное, много положила. Что надо? Тептели. Молоко туда поставь. О, молоко? Угу. Ну давай, оно только залезет. Хотя они эти не вспомнил. Сейчас. Ну, короче, все, вот так вот и до завтра в холодильник. На этом, девочки, буду заканчивать свое видео. Встретимся с вами в следующем. Всем пока-пока.